Следующее стихотворение будет как раз для детской аудитории, которая у нас сегодня присутствует, и оно называется «Рисунок». Нарисую домик, крышу, два оконца, за забором дворик и квадрат колодца, индюков соседских и котенка Тишку, и друзей всех детских, в основном мальчишек, и в цветочек платье, что на мне надето, нарисую счастье и деревню летом, в городах безлунных суета и бегство, где-то нарисую под названием «Детство».